Что такое? Наваливайся, Андрей. МТТ. Мир талантливых друзей. Мировые творческие друзья. Мастера творить добро. Мельпомены, творческие детки. Есть и еще варианты, и все они отчасти верны. Но первый и главный – молодежное театральное движение. Сегодня все участники движения в сборе. Театралы-любители со всего Приангарья на этой неделе участвуют в фестивале «Алые паруса». И вот уже последний день, последний спектакль, последние зрительские впечатления. Это такие краски, такие эмоции, особенно когда Денис здесь танцевал, на меня так смотрел, это клево. Сразу после заключительного спектакля – репетиция закрытия. Генеральная, она же первая, до выступления пара часов, а актеры только знакомятся со сценарием. Для них важно уметь импровизировать и быстро, что называется, входить в роль. Я как руководитель наблюдаю этот рост, вот именно личностный рост каждого собственного участника. То есть это, наверное, главная заслуга фестиваля – не просто повышение профессионализма и расширение географии участников, но и изменение собственных каких-то представление о театре и о своем месте вот в этом процессе. Для участников этот фестиваль – лучшая возможность показать свой уровень мастерства, обменяться опытом, проанализировать удачи и ошибки. Просто пообщаться с теми, кто также неровно дышит к театру. Фестиваль уже стал традиционным, и организация его, по словам самих участников, на высшем уровне. Организаторы были безумно интересные люди. С ними очень интересно, занимали нас всякими конкурсами, играми. В общем, мы замечательно провели время. Ну и, конечно же, посмотрели работы прекрасных коллективов и как-то духовно насытились. Приобрели что-то новое, есть чем, над чем подумать до следующего года. Да, были поучительные мастер-классы, которые нам многое дали. Мы приехали сюда со всеми другими людьми и уезжаем с добрыми мыслями и светлыми помыслами. И, конечно, часть этих светлых помыслов направлена на поиск творческих идей для следующего фестиваля. Андрей Скворцов, Александр Мокин, новости сейчас.